Евролифтера в этом случае заключается в усиленной рукоятке снизу. Причем она крепится к гидроузлу под креслом «Альфа». Обратилась компания «Профархив» и заказала на систему хранения архивных коробов. Данная конструкция разработана на основе рам палетных стеллажей. Единицы отработали по 6 и более лет. Мы проводим плановую замену. Вот в частности, остается несколько дней до конца этого года, но мы планируем, что все-таки успеем еще одну такую единицу оборудования закупить в ближайшие дни.